После заключения мира в 1469 году из летописи на 8 лет пропали известия о казанских набегах. В феврале 1478 года в Казанское ханство пришло известие, что Иван III потерпел поражение в походе на Новгород Великий, был ранен и бежал в Москву, потеряв все войска. Попытавшись воспользоваться сложившейся ситуацией, казанское войско совершило поход на Вятку. Города взять не смогло, но разграбило окрестности. Татары также пытались добраться до Устюга, но разлившаяся река Малома помешала их продвижению. Через несколько недель, узнав, что известие о поражении московского войска было ложным, татары отступили от Вятки. В ответ на действия татар великий князь направил весной на Казань по Волге войско под руководством Семена Ивановича Хрипуна Риполовского и Василия Федоровича образца Симского. Другой отряд, пройдя Камой, разорял восточные волости Казанского ханства. Дойдя до Казани, основная рать опустошила окрестности, но штурму города помешала сильная буря, был заключен мир по воле великого князя. Воля осталась неизвестной, подробности летописи не сообщают.